Межрегиональная акция «Час пассажира» взяла старт еще в июле 2011 года в Москве на Казанском вокзале и с тех пор проходит во всех регионах страны. «Час пассажира» призван наладить диалог между гражданами и транспортной полицией, проинформировать пассажиров о возможности напрямую обратиться к начальнику Сочинского линейного управления МВД на транспорте по вопросам обеспечения правопорядка и общественной безопасности. У нас сегодня проходится акция «Час пассажира». С 3 до 4 времени сегодняшнего дня вы можете, поднявшись на первую платформу в кабинет начальника вокзала, задать все интересующие вас вопросы по поводу несения службы нашей полиции на территории ЖД вокзала, вопросы по поводу работы железнодорожного вокзала и их сотрудников в общем. Вот, мы вас ждем. Во время акции полицейские, члены общественного совета и представители сочинского филиала РЖД ответили на вопросы пассажиров. Люди интересовались, насколько серьезно проводятся антитеррористические мероприятия на вокзале Сочи, как себя вести в пути, чтобы не стать жертвой злоумышленников, а также какие дополнительные меры принимаются по усилению безопасности в летний период. В течение часа горожане могли получить ответы на интересующие вопросы, разрешить спорные ситуации и обратиться с жалобами или предложениями. Пожалуйста, присядьте. Задайте на вопрос. Я вот хочу отправить ребенка вместе с родителями отдыхать. Да что вообще нужно? Нужна. И оригинал свидетельства о рождении обязательно. Оригинал свидетельства о рождении. Они не заверены? Или заверенная копия. На месте была организована работа ящика безопасности для приема письменных сообщений. Это сделано специально для граждан, которые по тем или иным причинам не смогли встретиться с руководством транспортной полиции Сочи. Игорь Кырпа, телекомпания ФКТ.